Но в Москве, в свою очередь, уже заявили, трагедия с российским Су-24 отразится на всех, без исключения, аспектах отношений с Анкарой. О том, что Россия в ответ введет ограничения и заморозит ряд совместных проектов в экономической и гуманитарной сферах, объявлено сегодня на заседании правительства. Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам и ведомствам разработать соответствующие предложения в двухдневный срок. Речь пойдет о введении ограничений и запретов на деятельность экономических структур Турции на территории России, ограничении и запрете поставок продукции, включая продовольственные товары, на выполнение работ и оказание услуг турецкими компаниями и о других ограничительных мерах. Такой же порядок может быть применен и к целому ряду инвестиционных проектов, сотрудничество по которым с Турцией определялось высоким уровнем доверия с этим государством. Они могут быть заморожены или просто свернуты.